Несмотря на позднее открытие нынешнего курортного сезона, жизнь на Анапских пляжах кипит. Количество отдыхающих растет, и особое внимание уделяется вопросам безопасности. Кстати, в этом году к арендаторам прибрежных территорий власти предъявляют повышенные требования. На сегодняшний день мы видим большой наплыв отдыхающих. Несмотря на это, управление в ежедневном режиме проводит разъяснительную работу с хозяйствующими субъектами по соблюдению мер, даже не мер, а требований Роспотребнадзора. Это и социальное дистанцирование лежаков, это и на каждом аэрарии, чтобы были дозаторы с дезинфицирующими средствами. В этом направлении планируем проработать до конца сентября. Усиливают работу и полицейские. В этом году на пляжах впервые решено выставить стационарные посты. Пока постоянное присутствие стражей порядка обеспечено в трех местах отдыха. Это центральный пляж в Анапе, Джемете и Витязево. Именно там чаще всего совершаются типичные правонарушения. Распитие спиртных напитков на территории пляжей, то есть это что недопустимо. То есть люди начинают себя вести неадекватно, перепивают, солнышко нагревается, люди начинают себя вести неадекватно, скажем так. Основное это. Ну и самое страшное, ну самое главное, это, то есть, это хищение имущества граждан, которые вот отдыхают. Бросают, за имуществом не смотрят. Ну а люди, которые не только приезжают отдыхать, не только отдыхать сюда, а заработать, начинают пользоваться этими моментами. Полицейские отмечают, даже в первые дни работы стационарных постов количество преступлений на пляжах сократилось. Может быть, само наличие павильона Суевская полиция дисциплинирует. Проще стало и искать детей, которых теряют родители. Так что новшество себя оправдывает. Пока на Анапских пляжах работают 3 стационарных поста полиции. Но и отдыхающие, и сами правоохранители уже успели оценить плюсы от их появления. В следующем сезоне таких постов станет больше. Алексей Дивейкин, Михаил Попов, Анапа регион.